Медленно, да. Так, вы боретесь, зачем бороться? Я сказал отработать. Денис, первый номер работает, первый номер, не меняемся. Денис, а ты постарайся сделать так, один раз вправо, один раз влево. Один раз вправо, один раз влево. Так, Макс, Максим тебя снимает. Будь внимателен. Так. Да. Теперь не будешь туда падать, ты можешь туда.
сколько у нас? Вот маленький случай. Вот. А Сава, это да я не понял, да, помоги вам. Сидишь, у тебя голова. Вот это быстренько. Вот этой рукой. А если Матея! Матея! Если соперник уходит за ковер.
Макс, ложишься на спину. Ложишься на спину. Петя, делай движение сбоку. Сбоку. Сбоку, сбоку. Рука, шея, голова. Возьми хорошо. Возьми его. Готовы? Вы готовы? Вы готовы? После этого я слышу. Так. Пошли, боремся. Да, это удержание. Боремся. Стоп. Захар, да? Затор уничтожается. Маке. Максим, плохо слышишь? Я возьму палочку и будешь ее слышать хорошо. Свисток, свисток. Вы должны остановиться. По свистку вы начинаете бороться. Вот здесь руки надо сжать. Дальше. Ковер. Если вы боретесь дзюдо, за ковром можно начать делать удержание. Если это контратака, я могу и бросать могу. Но начало должно быть с ковра, потом дальше. Пасанда. Зашел, половина туловища зашла, сразу и поднимает стойку. И если соперник убегает, сначала замечание, потом первое предупреждение, второе предупреждение и снимаются. А если выталкивать? Если выталкиваешь, то тебя дзюдо везде. То есть надо умеючи выталкивать. Надо, называется, есть две вещи. Выталкивать, есть теснение, теснить соперника. То есть ты его подвел, оп, здесь он начинает чуток-оп-оп бегать. Ты его раз чуть-чуть, он оп и вышел. Это нормально. А если берешь, просто его выталкиваешь. Да. А там видно. Видно, когда он убегает. Например, да, ему делают что-то, он за ковер, он за нам выбор, на ковер тащит, а он убегает туда. Конечно, за это замечание. Хасы! Пошли. Стоит баран. Давай. Так, Максим, ко мне. Петря, идешь к нему. Да, к нему. Нет, вы боретесь. Сядь туда. Сюда, садись. Вы боретесь. Покажи ему, пожалуйста, как делать неправильное удержание, но еще не удержали. Что вы стоите, бороться надо? Вот.